Райский сомелье под розами. Это лето пахнет розами. Восхитительный, забытый аромат роз обволакивает, наполняет комнаты, уносит в заземелье. Райский сомелье знает толк в ароматах, подбирает каждому тот, который исцеляет его душу или наполняет решимостью. К переменам каждому свое. Моя душа этим летом поглощает розы, как никогда ранее. Шлю и шлю заказы райскому сомелье. Он доставляет мои заказы целыми ящиками, с запасом, чтобы утолить любовную жажду. Моя душа может дышать ароматами только этих райских цветов, ибо что, кроме них, способно заменить любовь? Душа в состоянии любви дышит в унисон с розами. Глаза смотрят и не могут навидеться. Ноздри обоняют и не могут надышаться. И это не одномерность экранной картинки, не трехмерность и даже не четырех. Розы – это пятимерные существа. Они имеют устойчивое пятое измерение. Они как пальцы ангела. Здесь и сейчас. У меня в комнате. На столе дарят.